Итак, мы продолжаем говорить о социальном институте. И нужно определить, а что же они делают, эти социальные институты? То есть нужно обсудить их функции. Итак, записывай в тетрадь функции социального института или социальных институтов. У нас будет 4 основные функции. Итак, для чего же нам нужны все вот эти, и не только эти социальные институты? Но первое. Они удовлетворяют потребности общества. Каждый из них, да, государство удовлетворяет потребность в обществе, общества в управлении и в организации общественной жизни. Школа удовлетворяет потребность общества в том, что дает знания гражданам и делает их образованными людьми. Армия удовлетворяет потребность в обществе в защите и так далее, и так далее. Все они организует нашу совместную деятельность. И это тоже, да, школа организует твою классную совместную деятельность с одноклассниками, например, вашу поездку на экскурсию в Санкт-Петербург или в Казань. Семья организует ваше действие проведения общего досуга, вы едете в отпуск на море или кататься на лыжах. Государство организует нашу совместную деятельность как граждан, мы ходим на выборы, мы участвуем в митингах и так далее. Все они делают наше взаимодействие более организованным. Следующее, они действуют в соответствии с правилами и нормами, как мы уже говорили. Да, это важный момент. Все институты функционируют по определенным законам, традициям, правилам и нормам. Они не могут действовать хаотично. Все соответствуют этим правилам, потому что иначе государственная жизнь и жизнь общества станет хаосом. И, наконец, четвертое, и это главная функция, ее необходимо будет подчеркнуть в тетради. Они обеспечивают социализацию индивида. И здесь, я думаю, мы начнем с того, что обсудим с тобой, что же такое социализация. Социализация – это процесс усвоения индивидом общественных норм и правил. То есть, пока ты живешь в обществе, ты усваиваешь, как себя нужно вести со старшими, как себя нужно вести с пожилыми людьми. Ты усваиваешь, что можно делать, а что нельзя. Ты усваиваешь, какие есть законы и почему их нельзя приступать. Все это и есть социализация. Живя в обществе, мы постоянно впитываем в себя какие-то его нормы, правила, традиции и становимся его частичкой. И социализация у нас идет на протяжении всей жизни. Так вот, все эти институты нас социализируют. Сначала нас социализирует семья именно от традиций. Ты узнаешь, что нужно здороваться, что нужно говорить спасибо после еды и что нужно вести себя подобающе, допустим, с пожилыми людьми. В школе ты узнаешь, что можно общаться с друзьями, как с ними общаться. Ты узнаешь основы наук и о том, что существует сила притяжения Земли. В армии ты узнаешь, как защитить государство и общество от каких-то проблем и конфликтов. Все это тебя социализирует, и нам нужны социальные институты, чтобы мы стали частью общества, чтобы мы взаимодействовали с ним, чтобы мы развивались вместе с ним. Поэтому это самая важная функция всех социальных институтов. Наша с тобой социализация.